Доброе утро. Время 8:20. Воскресенье. Идем на речку. Снега уже, не знаю, сантиметров 25. Но на лыжах все равно еще как бы рановато идти. Пошли пешком. Пошли на речку. Попробуем на Хариуса. Ветрило, такая метель, снег. Вот, посмотрим. Сейчас вроде в лес зашли тут. Как он, болото какое-то. Болото пройдем. Вроде как поменьше. Лес немножко задерживает. Ветер. На трассе, конечно, вообще было. Просто вообще метелище. Посмотрим, что нам даст в этот раз речка. Ну что, подошли к речке. Опа. Хрустит лед. Да. Опа. Набрал? Ёпта. Блин. Сейчас мне надо как-то. Ага. А тут он уже хрустит. Охереть. Попробовать в другом месте, может зайти вот тут. Оп, все, нормально, класс. У тебя, видишь, эти водоотталкивающие. Нормально. Серега пошел вперед. Я немножко задержался. Тут пробурил ямку. Вроде вообще. Ну, пока ничего нет. Нам, как обычно, везет. Позавчера у нас было минус 24 в пятницу. Вчера минус 20. Сегодня уже 10 градусов. Тепло. Ну, потеплело. Резкая перемена погоды. И посмотрел по РП5 сайту. Давление очень сильно подскочило. Такое красное прямо. Где-то 767, вот так вот. Фиг знает. У нас как, блин, не выходной, так постоянно какая-то перемена погоды, то давление подскочит, то еще что, блин. Так что вот так вот. Приходится подстраиваться как-то, блин, под свой выходной, а не под погоду, которую нам охота. Вот и Серега. Ну, все возможно, да, там ходили. Тропа идет по берегу. Или они обходят это злополучное место, может? Нет, может. Ну, что у тебя тут как? Я только забурился. Так, посмотри, что глубина здесь такая, что-то, да? Посмотрел. Что-то не провалюсь. Думаю, дай пробурю, посмотрю. Да.
что, итоги начала рыбалки. Серега его там поймал одного хорёстка, я тоже. Не крупного, можно сказать, мелкого. Больше ничего. Не знаю, вот плёсик нашел какой-то. Посмотрим, что будет здесь. Я тут забурился. Рулочек. Стало, по крайней мере, снег уже перестал идти, вроде как ветра немножечко меньше, но все равно он колышет елки. Рыба пока упорно не хочет брать. Дернет разочек, и все. И не хочет. Вроде как будто бы вот ходишь, вроде как есть хариус. То ли он, здесь уже мелочь одна, то ли вот очень привередливый. Зато как красиво. Ага. Так клевать не будет, пришел. Каковы ваши впечатления о рыбалке? Ну, по 10-бальной системе где-то 5. Пятерочка. Ну, а что за 3 часа то что-то как? Ну понятно, 3-4 часа, да. Ну что так, где-то килограммчик полтора, может, поймали вдвоем то? Да, время сколько сейчас вот? 13:12. И уже вот уже начинаются сумерки у нас тут. Это север Матики. Согласен. Через, блин, неделю и вообще будет труба. Там будет как раз. Сегодня-то 20-е. 20-е. Еще насколько он? Ну вот еще неделька, да, и да. Темнее. И вообще там будет самая длинная ночь. Самый короткий день, потом уже будет это. На прибыль. Так что мы сейчас, да.
пока так вот рыбачим. Ну это чисто это, время провождения. Да и плюс еще как бы и глухозимье такое начинается уже это. Короче, пошли в сторону дома уже. То вообще по темняку будем выходить. Может еще там закинем пару мест, где клевало, но не брало. И все.